передача спектакля. И вы знаете, что этот год объявлен годом театра. И эта премьера у нас приурочена году театра. То есть мы закрываем. И я рада, конечно, что это, безусловно, Пушкин. И еще в 2020 году исполняется ровно 200 лет с даты издания этой пьесы. В том виде, вернее, в этой сказке, в том виде, в котором она печаталась до 17-го года. То есть мы восстанавливаем историческую справедливость. Это яркое, зажигательное действие. С юмором, естественно, потому что Пушкин с яркими танцами, с яркими костюмами замечательными, музыкой. Вот. И поэтому я всех, конечно, приглашаю. Мы всех приглашаем посмотреть этот спектакль.